Вот это можно? Да, вот это можно. Уже? Привет, привет! Привет! Сегодня мы собираем елочку. Какую елку мы будем собирать? Вот эту? Да. Да? И какие у нас много-много игрушек тут? Да. Отлично. С чего мы начнем? Какую игрушку мы будем? Ну давай, давай, бери гирлянду, будет мама тебе помогать. Вот эти будем. Первое, что сначала? Вот это. Сначала шарики? Давай, куда ты повесишь? Это буду сюда. А ты не то. А ты повесишь. А вот смотри, какое сердечко. Ну-ка повесь. Как там? Да, как там. Красивое? Покажи. Да, красивое. Вот так вот смотри. Ну что, красивая населочка получается? Ага. Дьявол. Хочешь поиграть? Повесь на елочку. Повесь на елочку. Ну-ка, давай, Мирон. Получится у тебя? Вот, молодец с первого раза. С первого раза, молодец. Давай покажи. Вот. Отлично. Не получается. Бракованная. Не бракованная? Да, бракованная. Красивая. Это самая красивая калоша. Самая красивая? Да. Какая у тебя самая красивая? Вот это? Вот это похоже на елочку? Похожий. Смотри, шишечки есть. Шишечки, шишечки. О, шишечки, да? Шишечки. Ага, классно. Сверкает, блестят. Да. Елочку под елочку. Она светится, да? Покажи, как она светится. Иди, да? Покажу. Во, смотри. Во, супер, да? Да. Ну, поставь. Во, красиво. А вот еще. Да, привет, 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 на. Будешь вешать? Ну вот давай вот это. Я хочу зубить. Вот шикарная у нас елка получается, да? Сейчас на Владик с Мироном ее. Если не снесут, ой, до конца года будет долго стоять.
Иди пока второй. Все, поздравления уже? Да. Поздравления пишешь? Дедушке Морозу пишешь? Да, Дедушке Морозу? Там еще и здесь тушь. Здесь тушь, что там еще повесить, да? Да. А, это что ты нашла? Это не пиши. Красота. Крися, всем с наступающим, скажи. И да, пока-пока, земляки. Пока-пока. Пока-пока.